Детская площадка на центральной улице в Прутке всего за пару часов из серой превратилась в разноцветную. Еще более выразительной она смотрится на фоне осени. Погода сегодня не радовала, поэтому в процессе приходилось делать перерывы. Но это нисколько не смущало учащихся медицинского колледжа. Девочки работали с желанием и настроением. Настроение вообще, кстати, веселое, особенно краски нанюхались тут. Вот, а так очень холодно вообще. Ну, нормально, все цветное такое красивенькое. Первый раз принимаю участие, думаю, нужно, потому что не каждый захочет сидеть на холоде, а так вот помогаем государству и местности. Работа кипела и в деревне Мирабель. Девушки красили забор, а мужским составом он ремонтировался. Они видят теплоту местных жителей, которые благодарны, угощают их яблоками, поют чаем. И поэтому они с удовольствием оказывают помощь колхозу, деревне и всем сельским жителям. Волонтерские молодежные отряды уже несколько дней работают в Прутковском сельском совете. Например, в Загоринах местным жителям помогали военнослужащие военной части 55-25. Молодежь по-хорошему наследила и во многих других населенных пунктах. Деревня Редька была маленькая деревня, она тоже стала красивой. Мы там набили по всей территории деревни планочку, ее покрасили, отремонтировали тоже заборы. Конечно, и жители нам помогали где-то и подпилить, где-то и подбить, и подкрасить. В деревне Борискичем, там, когда мы работали на детской площадке, там вообще жительница деревни картошки наварила, сало по-деревенски, говорит, ребята, говорит, угощайтесь, то есть сделали такой вот обед. Помощь, конечно, оказывается большая. Волонтерские молодежные отряды были созданы в этом году. Ребята оказывают посильную помощь по благоустройству сельских населенных пунктов, причем абсолютно безвозмездно. Благодаря их трудам более или менее в порядок уже приведены Каменский и Михалковский сельские советы. Районный волонтерский молодежный отряд, состоящий из 13 звеньев, 7 звеньев это ребята учащиеся и 6 звеньев работающая молодежь, занимаются благоустройством Мозырского района, наведением порядка, очень активно принимают участие организации, предприятия, учебные заведения. Хотелось бы отметить 68-е училище строителей, 84-е геологии, медицинский, музыкальный колледж, политехнический колледж и, конечно же, работающую молодежь предприятий нашего района. Поблагодарить их за добросовестный труд, за помощь нашему району. Илона Шавловская, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».